Ну что, здравствуйте, приветствую, мы продолжаем проходить Hellblade. Остановились мы с вами в прошлой серии на том, что мы забрали меч. Как проходили испытания, если не видел прошлую серию, плейлист в описании находится. И в правом верхнем углу подсказочка на прошлую серию, да, и на плейлист тоже. Вот, поэтому, Саша, подобно, давайте люди, когда, например, пиздец кушать, прям шпитька в пяти или питья воды, поэтому просмотрим, мы, собственно, продолжаем. Короче, взяли меч. Сейчас будем сражаться. Давай, ёпта. Нормальный меч такой. Некуда бежать, останешься здесь, мне здесь, здесь тебе место. Море целого трупа накатывали на тех, на кого я никогда любил. Корабль разваливался на части под их напором. Корабль, на котором я поплыл из стороны сияющих полей. Не говорите с солнцем. Не пройдите с мечом, не проходите со следами от тела, не проходите с тревогой на душе. Ебай крипово нахуй! Бля, жутко, очень жутко. Поехали. The suffering someone. Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. Вот пока не могу читать. When you turned your back on your father, Zimbo, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Давай, 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 давай! Сосёшь там нахуй. Мать, вставай, 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 вставай! Сам муторный. Ой, блядь! Я забыл про это. Опа, отсосал нахуй, давай. Моя очередь, блядь. Вставай, 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 вставай. Поехали, давай, долбоеб. Надо такие большим урон наносить. Трэш. Значит, Том я не люблю. Кто это? Это Галена? Ее мать? Она мертва, как и ты? Ты слышишь, Зенова? Ты слышишь голос своей матери, Галена?
Baba! She calls you, Senua. Go to her. Answer her pitiful call. Даже твоя любимая мать была бессильна против тьмы, когда она пришла за ней. Да, ведь она тоже умела видеть, и она тоже усомнилась в богах и позволила мне заронить в нее семя. Но она не бежала. Она спаслась единственным и известным ей способом, отдав свою жизнь богам. Да, это суд аниме. Если бы ты поступил так же, то избавил бы мир от этого ужаса. Ой, блядь, а ты кто, мальчик? Ебать, что, мальчик? А, я понял. Ой-ой-ой, а чё у вас так дохуя-то, ребятки? Давайте мы не будем. Давай, долбоёбик. Ой, я забыл про это. Давай, долбоёб. Ох, это прям ты зря, мальчик. Ой-ой-ой. Чпаешь уворачиваться.
Все? Успокоились? Да, меч имбова реально. Добрый вечер, ребятки. Он может парировать большие атаки. Просто только так ебашим их. Ой-ой-ой-ой-ой, мальчики. Куда ты лезешь, ёпта? Давай, отсосёшь же, блядь. Отсосёшь, блядь, еблом, блядь. Ох, зря-то это матч. Ты ж понял? Маленькие большие жесткие атаки могу контрить. Ебло. Я все устал от них. Ну естественно, ёпта. То еще так он. Why do you still fight on? Засал, долбоёб. Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who's already dead? Just look around you. What hope is there for you, even if a soul could be rescued? Do you think he would thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? Ну, пожалуйста, пусть это будет все, я уже устал с ними драться. Честное слово. Типа за то, что... Я за то, что мы вот эти все четыре, да, задания, блядь, не дрались. Испытание, точнее, испытание. Так, ну это хорошо, это хорошо, это ага.
А куда дальше-то? А, по вот этой теме, что ли? А куда? А я его куда дальше? Куда дальше-то, ёпта? Может, она мне должна была из боевки выйти, типа? Может, нам не сюда, подожди. Да не, нам туда. Может, у меня, по-моему, багануло, что ли? Да, по идее, нам туда. А у меня опять буганул, да? Ну все, здесь не могу ничего сделать. Вообще ничего не могу сделать, слышь? Давай перезайдущий быстренько посмотрим. Да-да-да, буганулось, говорю. Буганулось, видишь, буганулось. Ну, второй баг пока что. Пока что второй баг за всю игру. Может, не могу бороться. Я одна не смогу. Где-то, мама, я хочу к тебе. В ту ночь она отвернулась от своего мира, чтобы пойти по следам своей матери, чтобы идти туда, где тьма до нее не доберется. Сюда. Посмотри на меня. Ты слышишь их? Они зовут меня. Мы уже потеряли многих. Я потерял отца. Не могу тебя потерять тебя. Ты сам сказал. На моих руках кровь. Я этого не говорил. Ты ничего плохого не сделала. Я же показываю то, что было до, да, понимаю? То, что было до. Зимбл был прав. Все будут страдать. Зимбл ошибся. Злобный жестокий лжец, ядовитый язык. Его слова все еще мучают тебя. Кому ты веришь? Ему? Или мне? Ты все еще веришь мне, Сиона? Веришь в нас? Вернись ко мне. Пожалуйста.
Дай этой тьме стать между нами. Самые тяжкие битвы ведутся разумом. Он дал ей меч, который можно сражаться в разных битвах. Она дала ему слово никогда не сдаваться. Ей просто нужна была поддержка и чуть-чуть надежды. Ну теперь let's go, ёпта. Теперь let's go. Да, интересная игрушка, реально очень такая атмосферная. Пока. Я, возможно, мне ни камушка этого не снял, да? То есть вот это и равнины, чтобы мы могли послушать. Я хочу послушать. Такая большая локация и без камушка. Я не верю. А где камушек? Он мне должен кое-что рассказать. Значит, более короткий, да, путь. Там получается только сюда идти. Let's go, поднимемся наверх, чем. Пиздец, как будто реально... Уходи, я не буду тебя слушать. Ты мне хуй пиздец, блядь. Просто так. О, камушек. Я тебя искал как раз. Я расскажу тебе историю о великом герое по имени Сигурд, который был сыном самого Сигмунда. Сигурд родился после смерти отца, но воспитывал его гном по имени Регин. Но Регин совсем не любил мальчика. На самом деле он хотел лишь использовать его. Понимаешь, отец Регина владел великим сокровищем, которое ему даровали боги. Но брат Регина по имени Фафнир убил их отца и забрал все золото себе, осуждая. Фафнир спрятал сокровище на пустыне и никак не мог покинуть его. И из-за этого, и из-за зла в сердце, он превратился в ужасного дракона. Интересно. Ну ёпта, понятно. Уверен, нахуй.
Я вот был не уверен совсем. А там что? А, тут сломано, видишь? Что за хуйня, кто пиздит, блядь? Ну шо, открывайте, ёпта, к вам! Накрывай дверь, назад, назад. Что там такое? And it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How will you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadows? They can't stop me. Then do it. Let's go. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Погнали. Слышишь их? Это ее сына. Только ненависти. Я всего лишь хочу помочь им. Скажи, что мне сделать? Твой отец хочет, чтобы они ушли. И сделать мне больно, только чтобы они замолчали. Но его сейчас тут нет. Они возвращаются. Он говорит, я умру, если пойду за ними. Они говорят, что я уже умерла. Нет, пожалуйста. Они хотят, чтобы я пошла к ним. Хватит. Вот почему они пробираются сквозь стены. Не слушай их. Ты видишь их? Видишь их лицо? She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Охуенно, сейчас с этой собакой ебучей. Gazing past her towards a world she could not see. This is what happens if you reach for the underworld. He said. Ну не собака, кто там? Осуждаю, я думал там, ну пес, прям пес. Ну как я себе представил, я прошу прощения, я не хотел никого обзывать. Я просто представил, что там пес, типа что-то такое. Там, оказывается, не он. I don't talk much about her father. Zinbel. I suppose I just didn't want to risk up. Что это такое, блядь? But it doesn't matter now, does it? Быстрее, ёбаный, блядь! Всё, свет. Let's go. Так, ну вон там факел есть. Ты здесь, Пи. Thank you.
Ну ёпта. О, давай. Единственное желание гнома Регина было отнять проклятое сокровище дракона, и это и для этого он и хотел использовать Сигурда. Он рассказал Сигурду историю о золоте Фафнира, и добросердечный герой пообещал убить дракона, если Регин выкует для него хороший меч. Сигурд помнил, что у него его отца когда-то был меч, подарок Одина. Он сломал меч, когда Сигурду пришла пора умереть, но мать Сигурда сохранила обломки меча, из них Регин выковал знаменитый меч заново. Сначала Сигурд с новым мечом отправляется вместе за отца, после этого вместе с Регином они отправляются на поиски Фафнира. Так я не помню, а кто охраняет это? Я представил, что тут пес такой здоровый охраняет все это дело. Если нет, прошу прощения, не хотел там обидеть, не обидеть. Но я просто не понял. Ой, нет, туда нам не надо, нахуй. Нет, не вижу, блядь. О, пизда-то, ты видел? Видел только что? Подожди, блядь. Давай обратно, блядь. Обратно можно? Подожди, давай откроем с тобой сначала дверку, откроем. Вот это было бы неплохо, конечно. Что здесь? Ну это проход, все. Так, хорошо, один мы нашли с тобой. Дракон Фафнир так огромен и силен, что бить его в простом бою невозможно. Но каждый день Фафнир выползал из убежища, чтобы выпить воды. Поэтому Сигурд вырыл яму на пути дракона, залез в нее и стал ждать. Когда Фафнир проползал у него над головой, Сигурд вонзил меч в брюхо дракона по самую рукоять. Сигурд выполз из ямы, и Фафнир увидел своего убийцу. Он предупредил Сигурда, что сокровище принесет ему смерть, ибо он обрекает на гибель всех, кто им владеет. Сигурд ответил, что смерть ожидает всех, а до смерти каждый хочет что-то, хочет хоть ненадолго с богатым забрал сокровище.
Хорошо, let's go дальше тогда искать. Дверь заперта. А, ну это главный урод. Все, все, я понял. Значит, там внизу надо искать. Значит, там все внизу надо искать с тобой нам. Ну, думаю, пришли. Здесь больше ничего нету. Проход больше даже никуда нету. Значит, где-то наверху. Мы послушали. Путь, через который мы пришли. Ладно, начнем наверх. Опять нормально. Вот сюда нам. Не фалгазит. Тьма снова придет. В комнате ночи в темноте лица. Блять, подумайте, все здесь сейчас целуются, это правда? Говорят, что в темноте чудовищ. Я считал чудовищем. Thank you.
Может, что-то где-то здесь? Да, пробежимся, посмотрим. Сохранилось. Не, ну вряд ли здесь что-то, конечно, есть. Ну, что вот это зажжем. Эй, ёпта мать. А чё я не могу подойти, слышь? А, сжечь не могу. Ну, понятно. Короче, смотри, бока у нас с тобой дверей нету. Есть такие проходы. Я только что активировал уже, блядь, он мразь, меня заблочил, слышь. Я только что активировал, нет? Вообще нихуя не видно, если честно. Стой, 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 стой! Где-то. О, наконец-то вот. Да, подожжем. Так что повиднее было, ёпта. Так, здесь у нас с тобой вот последнее, да? Ищет твою слабость. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only five. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods. But what if they lied? Если они солгали, не смотри, брала ее и держи здесь. Зачем зверь? Сможешь пойти с ума? Где она? Это ловушка. It's a trap. The beast is coming. Without his head,
Удачно. Делён. Да, такое, такое. Теперь она видит тебя совсем слабо. Это было ребенка, сразу как своего отца. Зимбля раскопадил. Ты помнишь эту тьму, Синова? Чудовище принесет ее снова. Почему ты оставила меня? Да тьма. Она растет. Отец держит меня вдали от всех, отделенно. Но... Я не сдамся. Я не буду молчать ни здесь. Не найду Диллиана. Так, ну, там мы с собой эту следующую серию сделаем, хорошо? Всем за просмотр, когда серия была. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе несложно мне, спасибо за то, что делает. Поддержка мне большая, и мотивация, что делать дальше. Ваша поддержка мне. Таким образом вы проявляете, да? И это плюс продвижение канала, меня это мотивирует делать что дальше, и даже разнообразный контент дальше. Короче, заспойлерю вам. Такой есть довольно экспериментальный контент. Он скоро на этом канале будет. Очень-очень скоро. Вот, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Еще раз. Увидимся в следующих сериях. Давайте.